Добро пожаловать на канал Hard Reset Cars. Сегодня я расскажу о настройках подключенного телефона в автомобиле Audi A6. Для этого перемещаемся на наш дисплей. Далее, чтобы зайти в эти настройки, нажимаем здесь слева на телефон, либо же здесь на домашнем экране выбираем телефон. Далее сверху мы видим наш подключенный телефон, и справа в углу возле надписи нашего телефона есть кнопка настройки. Нажимаем на нее. Здесь мы видим настройка рингтона и громкости. Мы можем выбрать громкость рингтона и сообщений, выбрать рингтон, который будет играть в автомобиле при звонке. Далее изменить номер автоответчика. Снизу слева открывается, введите номер вашего автоответчика. Снизу на нижней панели открывается набор номера для автоответчика. Далее серийный номер и другие опции данных телефонов. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!